Сатурн 21 год, 19 июня 2021 год, 4.01 по Киеву, Харьков. Поставил я повыше настройки светочувствительности, ISO 400 сейчас стоит, уже светло на улице, как днем. Но небо затянуто дымкой, и контуры, конечно, очертания, обрез Сатурна не вполне четкий. Но это максимум, что получается сделать. 1 378 000 000 километров до Сатурна. Аккурат параллельно горизонту шпарит наш газовый гигант. Никаких уже звезд на небе не видно. Только две планеты, Сатурн и Юпитер. Сатурн еще визуально наблюдаю без оптики, но уже с большими сложностями. Только знаю, где он находится. Так, поехали. В общем-то, такие жуткие. Ну, не жуткие, но не минимальные настройки ISO я сделал, потому как хочу 4 галилеевых спутника Юпитера увидеть, принеся в жертву этой светочувствительности экваториальные полосы на Юпитере. Их мы точно теперь не увидим. У нас Юпитер будет выглядеть белесой блямбой. Но зато даже Каллисто, скорее всего, мы увидим сейчас. Каллисто маленький, тускленький на фоне Ганимеда, и в предыдущем дубле его было практически не видно. Ой. Ну что, ну? Такое небо, что ты сделаешь? Дымка напарила, жарища. Вообще ветер. Хорошо, вот это у нас Юпитер. Ну давай, что тут на экране я вижу? На экране я вижу Юпитер, который от нас 675 миллионов километров. Вижу слева от него спутник Ио. Потом должен идти дуплет. В общем-то, в окуляре я вижу этот дуплет от спутников, но на экранчике я их не рассматриваю. Может, и на мониторе видно не будет. Но в любом случае, идет сначала Ио, потом еще чуть левее. Два спутника сразу. Тот, который выше и тускнее. Это Каллисто, упомянутый ранее. С двумя L. Напоминаю я себе. Когда буду его записывать. Каллисто, это он, кстати, или она. Так. Юпитер, Ио, Каллисто. Тускленький. Бледненький. Но сразу после Ио. А левее и ниже Ганимед, самый крупный спутник, и замыкает шествие Европа. Спутник Европа.
Да. Ну, пожалуй, все. Нет никаких туч, но есть ветер и абсолютно четкая дымка. Четкая, в смысле, четко просматриваемая. Сейчас попробую еще уже попадать в Сатурн, уже наобум. 4.06 по Киеву в Харькове. Суббота, 19 июня 2021.